Негативная пропаганда. Даже не смотрите это видео. Юмористическая аудиокнига. Автор – Херонима Лопес Сальдевиле. Любое сходство с реальностью является чистым совпадением, любое сходство с текущими событиями, людьми или местами, живыми или нет, реальными или вымышленными, является простым совпадением и плодом бурного воображения автора. Для достижения наилучших результатов используйте наушники, хотя это не является строго необходимым для получения удовольствия от просмотра. Здравствуйте, не читайте эту аудиокнигу, не слушайте ее, она вам не понравится. Более того, прекратите смотреть ее прямо сейчас и займитесь более интересными вещами, вы уже достаточно взрослый для этого и многого другого. Мне приходит в голову, например, сказать вам, чтобы вы начали смотреть другое видео, чтобы это не было. Мне все равно, но другое видео не это. Не говорите, что вам нравится это видео, это будет действие, которое не заслуживает вашего драгоценного времени, и даже не думайте звонить в маленький колокольчик. Я говорю вам это потому, что таким образом вы избежите возможности узнать что-либо, связанное с этим видео. И если в этот момент вам придет в голову подписаться, забудьте, не делайте этого, не подписывайтесь, пожалуйста, я прошу вас от всего сердца. Не делитесь этим ни с кем, ни один человек в мире не заслуживает того, чтобы страдать от боли в мозге размером с мяч в ухе. Можете ли вы представить себе насмешки над кем-то, способным поделиться аудиокнигой со своими друзьями? И кроме того, аудиокнига, способная намного преодолеть границу скуки, стать настоящей мерзостью, достойной максимально возможного презрения, вызванного невыносимой скукой. Это видео не о забавных животных с типичным смехом на заднем плане, который никому не нравится. В этом видео вы не увидите автора, говорящего, что он прекрасно понимает, как автор который едва умеет читать и писать из-за небольшой академической подготовки, которую он получил в обычной школе, и что единственное, чего он хочет, это заработать хорошие деньги на платежах YouTube, пытаясь загрузить вирусные видео, даже если он говорит ерунду и надеясь найти такую же аудиторию, как он, которая понравится ему, подпишется и поделится с другими такими же, как он. Это видео не о том, как политики выставляют себя дураками ведя себя во время выборов как кандидаты на политические должности, рассказывая о себе и показывая, что они способны развлекать и разговаривать с людьми, которых не волнует их жизнь ни до выборов, ни тем более после них. Это также не видя, которое имеет дело с языком, обещающим полную занятость, экономический рост, увеличение покупательной способности, переоценку труда, Важность образования, культуры и законности в рамках морали, в главной роли которого выступает существо, которое на протяжении своей профессиональной карьеры и своими действиями показало себя как невежда, полный предрассудков и, следовательно, некомпетентный человек, который пользуется преференциями за счет презрения коллективной. Морали путем обмана и нарушения правил, регулирующих это сообщество, и от которого он продолжает пытаться жить с привилегиями через придуманную сказку, где плохие парни – это те, кто раскрывает его идиллическую ложь о лучшем мире, который знает только он и который только он способен осуществить. Это не видео, на котором высокопоставленный чиновник записывается инкогнито на ужины с бизнесменами, которым правительство предоставило контракты, а на следующий день, когда его голос записывается во всех национальных новостях, этот человек записывается и тем же голосом объясняет, что он никогда не говорил, что ему нужна большая сумма в миллионы долларов, чтобы выиграть следующие выборы, что он на самом деле имел в виду и подразумевал, что инвестиции будут такими же безопасными, как ставка на выигравшую лошадь. Нет и более поздней видеозаписи, в которой мужчина отрицает предыдущее видео, говоря, что аудиозапись была отредактирована, и хотя есть еще одна живая видеозапись, на которой мужчина запечатлен за ужином, берущим портфель, полный банкнот, он также отрицает это, утверждая, что это была оплата за ремесленные сыры, которые он продавал легально для потребления посетителями нелицензированных казино. Это не видео, показывающее, как группа недавних выпускников экономических вузов вкладывает свои сбережения и сбережения своих семей в недвижимость и криптовалюты по совету своих университетских профессоров, и это после пузыря на рынке недвижимости, падения криптовалют, бешеной инфляции и повышения процентных ставок центральными банками в попытке обуздать ситуацию, что в конечном итоге усугубило ситуацию и привело к тому, что все их имущество стоило меньше, чем долг, который они приобрели при покупке, в результате чего эти студенты-экономисты оказались полностью лишенными собственности и выселенными, потому что даже если они продадут купленное ими имущество, имущество членов их семей, которые выступали в качестве поручителей, они все равно останутся должны деньги. Это также не видео, в котором экстрасенс объясняет студентам-экономистам, как выйти из кризиса с помощью магических формул, зелий и колдовства которые он сам испытал на себе, состоящего в подделке государственных и частных документов, чтобы выбраться из долгов, передавая их одни любовникам своей жены, другие мужьям ее любовников, вовлекая при этом в заговор третьих лиц, таких как Шурины, Зитья и троюродные братья. Это не видя ответ экстрасенса предыдущему экстрасенсу, который говорит, что он работает меньше, чем одноногий глухонемой шпион а финансирует себя за счет пенсии своих родителей, у которых он крадет мебель и бытовую технику, чтобы продать их через ассоциацию детей-инвалидов, которых они сдают в аренду, чтобы те просили деньги и чистили ветровые стекла на светофорах. Это не видео, которое пытается убедить кого-либо, что иметь друга в политической партии возможно и более важно, чем иметь постоянную работу, Потому что через друга в политической партии можно получить нечто лучшее, чем работа, а именно богатство, процветание, возможности и лучшую жизнь на всю жизнь, хотя и с риском разыграть карту, не говоря в видео, что намерение состоит в том, чтобы поставить на эту карту независимо от последствий. Сообщаю вам, чтобы вы знали, что после просмотра этого видео престижный университет который не захотел называть свое название из-за смущения от принятия того, что они видели полное видео для расследования, сообщил об экстренном поступлении всей исследовательской группы в психиатрический центр с признаками тяжелой депрессии. Учебу в другом вузе проводили четверо отчисленных студентов, поскольку в 50 лет, и еще не получив диплома, им не разрешалось продолжать исследования за счет государственной казны помимо руководства кафетерием, финансами и текущим образовательным планом. Они показали, что просмотр этого видео улучшает результат лица на 300% из-за гримасы отвращения и неудовольствия, которые вызывают скуку от его прослушивания. На днях, не забегая вперед, я прошел мимо парня с мириадами прыщей и дыр на лице, который больше походил на известняк, чем на лицо, и которого все называли шрамом. Шрам, не говоря ни слова, махнул мне рукой в знак ожидания, после чего присел, чтобы быстро встать после небольшого прыжка, держа в руке ряд бумаг, которые он положил поверх моих, но не раньше, чем неуклюже споткнулся о миску кичупа из киоска с ход догами, где я прятался от мира, в результате чего Шрам пролил красную жидкость на бумаге в моей руке. Этот факт, в свою очередь, заставил его немедленно, словно по рефлексу, Потянуть их к груди, чтобы энергично потереть их в попытке быстро привести их в порядок, расправить и положить передо мной, сопровождаемой улыбкой, которая пыталась сказать мне, чтобы я не волновался, что все в порядке, что беспокоиться абсолютно ни о чем, но подписал эти бумаги, делая меня ответственным за все, что может случиться с ним за прослушивание этого видео в форме аудиокниги. В своем стремлении проверить, не возникнут ли у меня проблемы с мистером Сикатрисом, я показал видео другу, и без единого слова он сломал компьютер в моей голове, и, воспользовавшись тем, что я был без сознания от огромного удара, украл все мои сбережения, и мне все равно пришлось попросить прощения. Не удовлетворившись реакцией моего друга, я решил показать это видео моей дорогой жене, но на этот раз я сделал это на большом телевизоре который мне пришлось купить после растраты, сделанной моим другом. В результате этого действия моя жена осудила меня непосредственно перед компетентными органами в области семьи, где я оказался виновным в суде, поднятом против меня, когда она показала это видео в качестве доказательства, и в приговоре которого было указано, что я обязан передавать ей ежемесячную зарплату, которую в конце концов моя дорогая жена использовала бы для ставок онлайн и покупки собаки в 50 килограммов, с последним последствием, что я также должен был оплатить содержание собаки, отдать ей задолженность задним числом за то, что я разделил со мной часть своей жизни, позаботиться о долгах по ее кредитной карте и долгах ее нового любовника, а также оплатить ее заслуженный отпуск трех месяцев в году в туристическом месте самого эксклюзивного. Я предпочитаю ничего не говорить о доме и имуществе моей семьи, так как она оставила их себе в качестве компенсации за нанесенный психологический ущерб. Единственное, чего сейчас не хватает, это рекламы, чтобы остановить вас от просмотра этого видео, рекламы, говорящие вам, что то, что они рекламируют, ложь, и признающие, что они хотят обмануть вас, потому что самое важное для этой компании ⁇ это они сами и именно поэтому им приходится рекламировать, чтобы попытаться продать, потому что они не понимают, что они упустили самое важное – клиента. Единственное, чего не хватает на данный момент, это части о том, что аудиокнига была сделана с использованием изображений, которые должны быть смешными, но таковыми не являются, и используются только в качестве наполнителя, чтобы зритель дольше сидел перед видео, чтобы накопить часы воспроизведения. Так что если вы думаете дать какую-то награду за эту аудиокнигу, не делайте этого, потому что здесь ничему не учат, это не учебник по механике, составленный парикмахером. Это не видео о том, как научиться программировать за 5 минут с нуля и без компьютера. Это не видео, которое трется вам в лицо, так как вы можете есть в бесплатном ресторане, угрожая быть влиятельным лицом, способным давать негативную пропаганду это не видео, которое учит вас, как воспитывать своих друзей, которые игнорируют вас, потому что их сообщение на мобильном телефоне важнее вашего собственного присутствия, которое они презирают, игнорируя вас. Это не видео с фальшивыми новостями, распространяемыми троллями через изображение, сопровождаемые текстом, которые пытаются внушить вам видение реальности в соответствии с интересами группы, чтобы вы поделились им, думая, что это делает вас интересным перед виртуальными друзьями, не способными к общению с физической активностью, необразованными, с минимальным IQ и плоской энцефалограммой, которые отвечают смайликами, потому что не считают вас достойным усилий, чтобы написать вам со. Всеми буквами ⁇ не будьте идиотом ⁇ Это не видео об идиоте которому платят за то, что он идиот, с идиотским разговором, который он ведет со своими последователями-идиотами, доказывая, что тот, кто следует за идиотом, тоже идиот, по той самой причине, что больше за больше означает больше. И в завершении, это нетипичное видео, в котором говорится, если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк, не забудьте подписаться и нажать на маленький колокольчик, чтобы получать информацию с канала. И прежде всего, поделиться. Спасибо за внимание. Если вам понравилась эта история, посетите мой канал, где вы найдете большое разнообразие контента и где я буду выкладывать больше коротких юмористических. Аудиокник. Конец.